Вот сегодня продолжение дня у нас. Это 12 июня 2017 года. Мы уже с утра помолились, зарядку все, позавтракали. И вот выдвинулись на работу, на основную. Пошли на Рыжковский пруд. Всем нашим большим. Это наши приезжие гости. Братья, сестры, младшие. Старшие тоже. Сейчас пойдем, набрали тут. Лопат, все это, ведра, комарики иногда кусают для бодрости. Все толкушки взяли. Вот так вот идем среди покосов зеленых. Вон Игнать Иванович там остановился и немножко крапивку почистил под дорогой у трубы. Природа какая, облака красивые. Красота какая, чудные дела Господа. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Только вспомнишь это стихотворение божественное. Аллилуйя. Вот наши братья идут. Игнать Иванович, там Никита. Ребятишки с ним. Это мы на Рыжковский пруд пришли. Видимо, где-то бодок какой-то поднял, на дороге был. Это у нас сегодня 12 июня у нас сегодня. О. Пускай проезжает туда дальше тележку. Ладно. Вон уже кто-то у нас там стоит, работает. То ли Виктор Николаевич уже, Савченко там, то ли кто-то другой. О, наша бригада. Надеюсь, мой велосипед не зацепите, проедете. Тараси, не отставай. Бежи сзади. Вот хорошо же. Вот он, Рыжковский пруд. Отойди, Коля. Ну толкайте. Так, хорош, разгружаю. Так, что стоишь? Подходи, Николай, бери что-нибудь. Инструмент все складывайте рядом. Аккуратно только. Топор я возьму. Тащите, дядя Витя, туда. У него колотушки, наверное, нет. Так, все, вон, Виктор Николаевич, отнеси. А мне мыли этого чистить? Нельзя, конечно. Вы будете сено подтаскивать, если хотите, можно глину помаленечку. И сено. Сено можно руками подавать. Дешки тут не потребуется. Надо помолиться, Игнать Иванович. Давайте сейчас помолимся. Туда, где дядя Витя, подойдем. Виктор Николаевич, подходите все. Пойдемте там помолимся. Молодец, Тараси. Так, ну нет, я дал комара на верхотуре. Оттуда с воды не надо. Там нету комаров.
славное слово. Тучи целые так, были, так. Благословенно. На всякий случай взял. Зачем попёрнул козырёк? Я тебе его отрежу, если ты будешь так делать. Сань, на море, ты кланяться не хочешь, есть не хочешь. Ты никакой. Ты отсюда должен поехать на стоящий. В следующий раз это, Илья, одевай кепку. Не надо шапку одевать. А ты стоишь, сейчас жарко будет. Отворачиваешь. Сними это, смотри, вот жаркая погода, гляди. Полностью одетый. Дальше. Джемпер надетый. Рубашка надета. Пояс надетый. Ну что, это нормально? А? Ну смотри, вот, вот пальто на нем какое надето. Дальше. Свитер. Рубашка. Ну там брюки, еще там, я не знаю, что. Еще из него будет. Что ты надевал-то на себя? Ну, я старый человек, у меня одна рубашка, и мне жарко. Мне все время жарко. На, положи потом, сейчас помолимся. Кланяться не хочешь, есть не хочешь. Значит, без обеда останешься. Давай работать. Господи Боже наш, слава Тебе. Да будет благословен наш труд. Сохрани это место от всякого рода зла, от недобрых людей, от животных. Во славу имени Твоего Святого мы желаем потрудиться. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так. Володя, ты узнай теперь, где у тебя там заметка была, насколько прибавилось. Ладно, сейчас. Так, Виктор Николаевич, возьми, кого тебе надо в помощь. Ты долби. Никита. Никиту. Никиту, еще кого? Володю. Володю, ну так много. Ты это вот крепкие ребята валяйся. Нужны. Так, ну не дохлые все. Же такие. Вот это убери, чтобы на работу. Сено подтаскивай, убери его. А тогда веса к тебе, к тем ребятам. Я буду долбить, да? Им долбить нет, можно, да? Так, здесь, что ты делаешь? Не махать нигде. Пилу надо играть начинают. Так, вы делаете здесь, мы идем туда дальше. Таскать ведра надо еще. Так, глубоко не идите, а на лопату можно брать. Мы тут все завалим. Так, если вот это вот нужно будет, из-под него выберите, а бревно утопите. Так, сюда, да? Берите ведра. А где ведро, которое в воду таскать? Из бани. Не взял я. А? Не взял я. Не взяли? Не взяли. Володя, что это с тобой делается-то? Ну что? Тот по тебе, ты же сказал, я на 100% уверен, что ведро есть, а нету? Нету, да. Пригоршни в шапку таскать будешь. А ну так нельзя. Сказал, и ничего нету. Слова есть, а дела нету. Понимаешь, ты меня подвел. Я бы взял 3 ведра. Брат, так, у тебя это, целое ведро есть? Целое ведро есть у тебя под воду? У меня вот они целые. Мне нам воды, чтобы набирать, у нас мы под воду не взяли. Так, Володя, давай, сюда. Вот туда идет. А вы смотрите, пока.